Приветствую вас, друзья, из славного города-героя Смоленска. Друзья, ну особенно те, кто постарше возрастом, вряд ли вы забыли прекрасный вальс, прекрасную мелодию. Севастопольский вальс. Помните? Ага. Севастопольский вальс помнят все моряки. Разве можно забыть мне вас, золотые деньки? Да, прекрасные были времена покружиться в вальсе на танцверанде под звуки духового оркестра. Но я сейчас не об этом, друзья. Я об убийстве в Севастополе молоденькой 24-летней девушки. О, Господи! 30 марта нынешнего года родственники девушки обратились в полицию и рассказали, что девушка, которая работала в кофейне, ушла на работу и больше дома не появлялась и на связь не выходила, не отвечала на телефонные звонки. И по версии следствия, а потом, значит, когда стали разыскивать ее, через несколько дней нашли, страшно сказать, в мусорном ящике, засыпана была каким-то строительным мусором и другим мусором. Так вот, по версии следствия, 30 марта девушка вечером после работы пришла в один частный дом к своему знакомому. Ее знакомый делал там ремонт. Я, правда, не знаю, это его дом, так сказать, или он в чужом доме делал ремонт, я не знаю. Но они, слово за слово, как это часто бывает среди молодежи, поссорились. Но одно дело поссориться просто и попа к попе разойтись. А здесь мужик этот взял да задушил девушку шнурком от одежды. Вот такая на поясе шнурок бывает. Или там ниже на подоле. И он этим шнурком прочным, сволочь такая, задушил девчонку. А тело спустил. А, не, я перепутал немножко, не в мусорный ящик он ее, а в колодец бросил. Просто бросил в колодец. Как когда-то бросили в Екатеринбурге членов царской семьи там, в колодец. После расстрела. И завалил ее строительным мусором в колодец. Я не знаю, действительно, это ж молодцы, так сказать, разыскники, молодцы волонтеры, которые искали. Нашли девчонку. Тело ее нашли. Ну, а потом уже вышли на этого. И вчера буквально его задержали. Им оказался ранее судимый 42-летний подонок-строитель. Чего девочка связалась с этим? Ну, 24 года, ну, на 8 лет старше. Ну, да тем более ранее судимый. Просто девчонки ведут себя, и молодые женщины, неосторожно. Да и более старшие женщины. Вот все преступления, которые... Есть такая наука, виктимология. Это наука о поведении потерпевших, которое привело к совершению того или иного преступления. Ну, как правило, это речь идет как раз о насилии. Понимаете, наденут юбки, так сказать, из-под которых... Значит, исподки видны. Исподки — это трусы, чтобы вы знали. И мне так представляется. Вот. И шпиделяют по улице, так сказать, с голыми попами практически. Ну. Ясно, что какой-нибудь насильник, так сказать, да позарится какой-нибудь, тем более судимый, который женщин 15 лет не видел. Голодный. Или маньяк какой-нибудь, который женщин ненавидит, так сказать, с детства. Потому что мама его
не любила и наказывала. Ну, в общем, так и в этом случае. Так и в этом случае. Ну, а сегодня прокуратура сообщила, что арестовали этого убийцу. И мы все можем только, так сказать, уповать на то, чтобы его на долгие-долгие годы, на десятилетия убрали от нас в те места, где ему и надлежит находиться. Славный город Севастополь, великолепная музыка и великолепные танцы под нее, Севастопольский вальс. Хорошие люди живут в Севастополе, классные. И вот один подонок, как ложка дегтя в бочке меда, испортил мне сегодня все настроение. Друзья мои, а чтобы чуть-чуть хоть поправить наше испорченное мною настроение, я прошу не забыть о том, что есть приют Катавасия 67. Это наш домашний приют для бездомных кошечек. Здесь мы их пригрели, здесь мы их вылечили и лечим, здесь мы их кормим. Отсюда возим в ветеринарку, стерилизовать, кастрировать. И отдаем уже красивых, упитанных, с прививками со всеми. Отдаем в хорошие, добрые руки. Если кто-то из вас хочет взять любого питомца из нашего приюта, милости просим. Свяжитесь со мной и приезжайте, забирайте. А ко всем остальным, кто не может этого сделать, я обращаюсь с одной только просьбой. Помогите материально, сколько можете, нашему приюту, и доброта ваша и милосердие вернутся к вам с сторицей. Здоровья всем нам и мира на Украине. Пока.